Несмотря на далеко не летнюю погоду, на подмосковном АДМ Raceway состоялся фестиваль скорости Russian Vintage Racing. Это кольцевые гонки в формате тайм-атак на культовых автомобилях. Мероприятие устроило сообщество Mad Buckets, чтобы показать ретро-автомобили в гоночной среде. Мы пропагандируем, ну, такой отдых на старых интересных машинах, активный отдых, повседневную эксплуатацию и разные гонки. Это одно из мероприятий, которые мы организуем, это кольцевая гонка. Кольцевая гонка на машинах, которые многим кажутся для этого неприспособленными. Формат тайм-атак был выбран не случайно. Именно в нем можно совместить быстрые, но не подготовленные к контактной борьбе автомобили. Однако это не значит, что все машины стоковые. К примеру, этот любопытный экземпляр был воссоздан в стенах тюнинг-ателье. Это «Шевроле Монте-Карло» 1981 года выпуска. Нашли мы ее в Свердловской области. Она была без мотора, без ничего, был просто кузов. И мы решили сделать такой проект, который бы, ну, выглядел так, как будто мы его взяли со свалки, но при этом, чтобы он быстро ехал, был громкий, шумный. Компрессорный двигатель «Шевроле» выдает 550 лошадиных сил. Коробка – шестиступенчатый автомат от Dodge Viper, но это не делает машину гоночной. Тяжело ехать, я первый раз на треке в дождь. Мы ездили в четверг тренироваться на другой, там, на Moscow Raceway. Была хорошая погода, я вроде бы как привык к машине, что она, ну, по асфальту, как по сухому едет. И тут начался дождь, и, то есть, приходится бороться иногда с машиной, ее сносит, ее заносит. Невозможно иногда нажать в полную на прямике, потому что начинает буксовать. Как и в прошлом году, в фестивале участвовали машины старше 30 лет.